Новые горизонты сотрудничества открывают казахстанцы в Британии. Делегация с участием академических и бизнес-кругов посетила несколько ведущих промышленных предприятий университета Манчестера. О целях первого визита казахстанцев в сердце технологического мира королевства в репортаже нашего корреспондента Великобритании Беллы Кудайбергеновой. Манчестерский университет – альма-матер технического прогресса и промышленной революции Альбиона. Именно здесь были сделаны главные технологические открытия века, сделавшие Британию флагманом мировой индустрии. ВУЗ, основанный в 19 веке, выпустил 25 нобелевских лауреатов. Сейчас в нем обучается 30 тысяч студентов, в том числе и 68 казахстанцев. Исследовательские лаборатории Манчестера – партнеры гигантов технологического пула Альбиона. Продукция Rolls-Royce, British Gas, Shell, атомного и космического агентств основывается на работе ученых университета. Визит казахстанской делегации – первое масштабное мероприятие наших стран в академической сфере. В нем приняли участие не только ученые, но и представители бизнеса и государственных структур. Гостям рассказали о текущих проектах и возможностях международной кооперации. Мы рассматриваем Казахстан как самого потенциально интересного партнера Манчестерского университета. Этим я хочу сказать, что мы высоко оцениваем возможности как казахстанских академиков, так и государства в целом. Те достижения, которых достиг Казахстан, поразительны. Мне особенно приятно это отметить в канун Дня независимости и первого президента. Заводы по производству металлоконструкции и нефтегазового оборудования также в сфере интересов Высшей школы Манчестера. С их помощью был организован визит на эти предприятия. Подобное сотрудничество жизненно необходимо для форсированной индустриализации Казахстана, говорит руководитель Союза машиностроителей Мирам Пшембаев. Это не только рабочие места, но и новые технологии, менеджмент и конкурентоспособная экономика. Речь идет об организации выпуска товаров и оборудования. То есть те компоненты, оборудование, которые сегодня необходимы, машины, оборудование, детали, которые используют сегодня в добыче, транспортировке нефти. Речь идет об организации строительства в Казахстане заводов. Взаимные встречи – это попытка найти новые области, варианты сотрудничества. И в этом смысле значение нынешнего визита казахстанцев в Манчестер трудно переоценить, считает ведущий эксперт агентства по торговле и инвестициям Крейг Джонс. Казахстан очень важная для нас страна, огромные природные ресурсы, несомненный козырь государства. Казахстан имеет и амбиции вырасти как крупнейший финансовый центр, страну с передовой диверсифицированной экономикой. Но для Британии экономический успех Казахстана – это не только вопрос коммерческого интереса, но гарантия стабильности во всем регионе. По словам ведущего советника компании Shell Адели Марван, казахстанские студенты – будущие специалисты международных компаний, работающих в нашей стране. И выпускники Манчестера в приоритетной группе их интересов. Сегодняшние казахстанцы как нельзя лучше вписываются в высказывание «Мысли глобально, действуй локально», уверена британский эксперт. Белла Кудайбергенова, Манчестер, Великобритания.